Место происшествия, квартира в доме номер 34 микрорайона, была тщательно обследована. Как выяснилось, в ходе тушения пожара сгорел хозяин данного жилья. Его с большим трудом, но удалось опознать родственникам по предметам личной одежды, сохранившейся на обуглившемся трупе. В настоящий момент Уральским межрайонным следственным отделом проводится проверка, направленная на установление причин смерти данного гражданина и причин возгорания. Предположительно, причиной пожара послужило неосторожное причиной пожара послужило непотушенное табачное изделие. Ирина Мерзлякова, Вадим Полосмин для рубрики «В рамках закона».